Пойдет. Хлеб.
больше локтя назад. Чуть-чуть к себе. Ладонь. Вот так, отлично. И старайся мяч ударить перед собой. Не здесь, да? Вот здесь. Боишься залезть в сердце, и у тебя такой рефлекс.
прямо туда, да? Просто в шестую бьешь и все. Хорошо. Серия, собираешься на каждый удар. Еще одна серия, и потом будет время пошло. Все прием. Пошли. Отпускается, отпускается, видишь, сюда. Время прыжка. Смотри, что тебе нужно будет делать. Ты становишься в зону ожидания с шага. Я набрасываю тебе мяч, ты делаешь движение, смотри. На согнутый выходишь, и ноги тебя поднимают, прыгаешь, и ты делаешь такое движение, как ударное. Ты, получается, прыгнул, и такой делал. Тебе ручку. Я понимаю. Вот движение. Прыгнул, и в ручку. Левая нога впереди. Откинул. И так ударил его, да? И опять оттянулся. Отпустил мне мяч. Левая ножка впереди. Поехали. Все, мяч поймал. Теперь нужно отвод локтя. Прыгнул. Мог отвод.
как ударил. Хорошо? Поехали. Опять же, у тебя здесь идет... Оставляй мячик. Корректирующий шаг, да? Это шаг, который ты делаешь к мячу. Куда-то в сторону. А именно ты определяешь его траекторию и шагаешь прямо под него. И вот смотри, да, так же. Ты когда прыгаешь, вот в какую сторону ты бьешь, вот допустим, ты бьешь сюда, как у тебя, да? Развернулся, свернулся. Туда бью. Развернулся, свернулся. Не должно быть такого, смотри. Я бью в тебя, а ловлю вот так. То есть прямо по направлению удара. Поехали. Локоть не отвел. Я высоко кинул, не торопись. Когда ты начинаешь шагать? Когда опускаться должен. Когда он начинает отпускаться, пошли. Полетел. И вот это у тебя идет корректирующий шаг. Вот ты стоишь, ждешь мяч на сетке, ты делаешь большой шаг. Мяч от сетки, ты делаешь меньший шаг. Мяч вправо полетел от тебя, узкий. Ты делаешь вправо. Мяч полетел влево от тебя. Какой ногой ты шагаешь? Все равно левый. Правый, что ли? Всегда правый. Вот смотри. Мяч полетел влево. Смотри. Прыгнул. Обязательно. У тебя всегда идет ближе чуть. Всегда идет шаг правой ногой. Смотри, прыгнул сюда. Вот сделал шаг сюда, а полетел туда. Основная твоя задача, когда ты выходишь к мячу, постарайся сделать уже шаг под него, чтобы он падал тебе на грудь мяч. Пойдет, пойдет. Чуть слетаешь, но уже лучше. Пролетел чуть, да? И вот это выход твой под мяч, самое основное упражнение для тебя. Сейчас пока, смотри, мы делаем акцент на шаг, какой он должен быть, и на время прыжка. Называется тайминг. Пока локоть не получается отводить. Почему? Потому что нет нормального шага. Ты концентрируешься на шаге. Поехали. Ничего, ничего, ничего страшного. На тренировке можно ругаться, не возбраняется. Лучше, как говорится, на тренировке, чем дома. Почему я когда прыгаю, я ноги вот так подгибаю? А это нормально. Старайся не подгибай их, а натягивай вот так. Носки тяни. Вот, носки тяни, и все получится. Чуть-чуть не туда выходишь, чуть-чуть. Отпустился мячик по времени. Сейчас пауза небольшая. Можешь сделать, отдохнуть, может попить воду. Сейчас продолжаем, только ты сейчас будешь бить по мячу. Но удары нужны не сильные, удары нужны на технику. Основная задача твоя примерно по мячу ударить с такой силой. Примерно. Вот, прыгнул, да? И чтобы ты попал кистью по нему, и он полетел в диагональ.